Хангаласском Улусе состоялось знаковое событие. Ввод в эксплуатацию въездной дороги в село Качикадзе от федеральной трассы Лена. Это долгожданный момент не только для местных жителей, но и для всей республики. Новая дорога ведет к паромной переправе, а значит теперь транспортное сообщение по федеральной трассе значительно улучшится. Торжественное событие состоялось накануне в самом начале нового пути в 1056 километре федеральной трассы. Первыми новую дорогу протяженностью более 4 километров опробовали сами дорожники. Как отметили почетные гости торжества, это итог плодотворной совместной работы руководства республики, администрации района и самого села. На территории нашей республики успешно реализуется федеральная программа по строительству подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, начиная вот с 2011 года уже. Вот этот объект, реконструкция подъездной автодороги Качикадзе, уже по счету 26-й объект. На строительство подъездной дороги из федерального, районного и местного бюджета удалось изыскать немалую для села сумму – более 160 миллионов рублей. Хангаласскому Улусе в этом году по этой программе сдается первый объект. В прошлом году были сданы два объекта – подъезд к селу Немигюнцы и к селу Второй Жемкон. За 5 месяцев подрядной организации дороги Саха удалось в такой короткий срок выполнить все условия этой федеральной целевой программы. И мы получили такую хорошую, очень качественную дорогу. Слаженная и профессиональная работа дорожников отмечена благодарственными письмами и грамотами. Значение таких дорог сложно переоценить в первую очередь для самих жителей Наслегов. 48 лет я здесь живу, мы жили практически в пыли. Вот эта переправа, она, ну, дорога идет через поселок, пыль постоянно, все. И очень большая благодарность. В Хангаласском Улусе по данной программе к следующему году готовы два объекта. Это дорога местного значения Техтюр и подъезд к селу Верхний Бестях. Сейчас готовится проектно-сметная документация к подъездному пути в села Первый Жемкон и Титебе. Работа по строительству дорог Улуса продолжается. Анна Захарова, Михаил Михайлов, Хангаласский Улус.